Фискальные правила ЕС определяют то, как государства распоряжаются бюджетными деньгами. Самое главное – это то, что дефицит годового бюджета не должен превышать 3% ВВП, а совокупный государственный долг – 60%. Во время пандемии исполнение этих правил было приостановлено, но они снова должны вступить в силу в 2023 году. Со временем применение этих правил варьировалось и усложнялось. Кроме того, постепенно изменилась экономическая ситуация. Разросся государственный долг, возникла необходимость инвестировать в зеленые и цифровые технологии, а теперь еще и российская война на Украине. Европейская комиссия опубликовала обзор экономической политики и мнений, высказанных профсоюзами, учеными, центральными банками, национальными парламентами и министрами финансов стран ЕС. На этой основе в этом году будут подготовлены новые рекомендации.